привет! Я Артём, и вас приветствует киношкола в трафике. И новый выпуск «Что посмотреть?». И сегодня я расскажу про классный ирландский мультфильм «Песнь моря». «Песнь моря» — это полнометражный, цветной, анимационный фильм, который сняли еще в 2014 году. Режиссер фильма Том Мур и компания Cartoon Saloon. Они стали известны своей лентой «Тайна Келси». Кстати, очень классный мультфильм. Главные герои мультфильма «Песнь моря» — Бен и его младшая сестренка Сирша. Их ожидают невероятные приключения в мире волшебных ирландских легенд и сказаний. А теперь немного интересных фактов. В автобусе, в котором едут Бен и Сирша, можно заметить Эшли из мультфильма «Тайна Келси» 2009 года. В одной из сцен, где Сирша и Бен гуляют по городу, на крупном плане можно заметить маятник Молли Мэллоу, благодаря которому можно понять, что герои находятся в Дублине, столице Ирландии. По словам режиссера Том Мура, в основу фильма легли некоторые аспекты его детства. Действие фильма разворачивается в октябре 1987 года, который запомнился Муру дождливым и ветреным, а некоторые персонажи созданы по образу членов семьи Мура и домашних питомцев и его воспоминаний. Мультфильм был номинирован на премию «Оскар» 2015 года. Мне фильм очень понравился, он очень красочный, яркий, иногда даже грустный. Советую смотреть детям возраста 6+, и взрослым. А на этом у меня все. Смотрите хорошие мультфильмы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока!